Всем добрый день! Сегодня у нас очередная распаковка. На этот раз пришел фильтр нейтральный ND переменного типа от 2 до 400 единиц. Пришел, как обычно, из Китая. Стандартная упаковка, пакет серого цвета и достаточно быстро. Продавец упаковал пупырку. Давайте смотреть, что находится непосредственно внутри. Вот такая вот упаковочка. Кому надо характеристики, информацию, ну, здесь характеристик нету. Фирма. Возвращайте часть денег за покупки в AliExpress с кэшбэк-сервисом Letyshops. Это реальные деньги, которые можно вывести на банковскую карту или пополнить баланс телефона. Будьте в тренде. Покупайте с кэшбэком от Letyshops. Ссылка в описании. K&F концепт. Такой вот ND-фильтр. Взял я его специально достаточно большим размером, 82 мм, для того, чтобы применять с несколькими объективами. Для этого существуют кольца, которые тоже распаковывались на моем канале, и все желающие могут посмотреть. А сейчас мы давайте распакуем, что находится внутри. Внутри продавец еще вложил тряпку для протирки и вот такой вот фильтр переменного типа. Что он из себя представляет? Как здесь обычно, минимум, максимум, и видим затемнение. Специально взял переменного типа, чтобы использовать видео. Вот такой вот фильтр. Давайте сейчас посмотрим, как этот фильтр будет непосредственно работать на камере. Для этого сейчас подготовлю небольшой сетапчик и посмотрим, как этот фильтр будет работать. Существует там X-образное изображение на обозначенных пределах от минимума, максимума и так далее. Подготавливаем и смотрим. Вот мы настроили камеру, как видим, она у нас пересвечена. И сейчас попытаемся этим фильтром убрать этот пересвет. У нас стоит на минимуме. И давайте проверим, как работает фильтр от минимума до максимума. Вот он на максимуме. Как видим, он все черное. И вот у нас на минимуме. Давайте пройдемся по кругу, посмотрим, как у нас изменится картинка, появится X-образное изображение. Вот мы на максимуме, переходим в максимум. И обратно вернулись на минимум.
И вот мы на максимуме. Итак, я вам продемонстрировал фильтр переменного типа фирмы KNF Concept, который изменяется от ND2 до 400. Данный фильтр успешно работает, что я продемонстрировал непосредственно на примере. Всем, кому нужен данный фильтр, сделает свой осознанный выбор, и я его сделал. И планы о покупке каждый решает сам. Всем спасибо за внимание, кому это было полезно. Всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео и до свидания.